Итак, всем добро пожаловать в седьмую по счету серию нашего прохождения игры Dying Light. И всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Это что такое? Так, в принципе, мы продолжаем, сейчас как раз ночь, мы тут остановились, и у меня у самого ночь, поэтому если сейчас услышите звук какого-то обкакивания, поэтому, ребята, не пугайтесь. Потому что ночь в игре — это уже жесть. А ночь у тебя и ночь в игре — это жесть, жесть, жесть. А как мне нафиг отсюда спуститься? То есть кто-то мне говорил, что есть где-то как... нам вот на ту антенну нахрен. Нам на ту антенну нахрен. Вы с ума сошли. А как нам подняться? Нам нужно вообще наверх подняться, чтобы спуститься с этой антенны? Или что? Или просто обычно слезть? Ух, я даже не знаю, ребята. Я даже не знаю. Мне настолько очково туда слазить. Ух, хорошо, что у нас есть хотя бы медкит. Фух. А там уже скоты бродят. Во, уже перед нами один. Ребят, этот нужно тут так аккуратно играть. Что прям, я не знаю, как нужно тут аккуратно играть. Они везде, тварюги. Ай, нет, не смотри сюда, не смотри сюда. Я знаю, ты очень любопытный. Ты настолько любопытный. Охренеть. О, мы попали. Мы попали. Круто ты попал. На-ла-ла. На-ла-ла. А сюда мы даже спрятаться не можем. Это что за хрень? Детали для сборки. Ага, во. Грибочки, ещё пожрём. О, мудачина, злобная. Если он нас сейчас запалит, то какашка обеспеченная. А прикол, что он так резко оборачивается и же печню нам все надирает. Опа, аирдроп. Ну, да обернись ты. Вот мудачина. А тут даже, знаете... О, кто-то там стреляет. А тут, знаете, даже такой прикол... А, не, вот можно тут перелезть. Ребят, я просто молчу, потому что это... Это ночь, а ночь тут так очково, что с ума сойти. Hey, Kareem, what do I do if the second transmitter is trashed? The better question is, what will you do if you disappoint Rice? And the answer is probably, die horribly. Ребят, знаете, что мне нужно изменить? Я никак, я прям, ну никак не могу привыкнуть. Вот. Как тут приседать. О, бесячие вы мудаки, а. Ребят, это очень долго. Прям ночью реально очень долго бегать, потому что это настолько пугливо. Лучше всего даже им, знаете, даже не пытаться. Кто играет или кто хочет играть в эту игру, совет вам. Даже не пытайтесь хотя бы на метр подойти к ним и проскочить. Потому что вы хрена убежите от них. Вообще настолько хрен, что... Вот он. Там тупо, тупо, ну нереально от них убежать. Настолько нереально, что... А если вас запалят, то вы быстрее обостретесь, чем убежите. Фу. Сейчас. Идите в жопу, вы, короче, меня окружили со всех сторон. Ух, чуть какашка не вылезла. Ну, практически. Фу, это так очково, ребята, вы себе не представляете. Беги, чувак, беги, не останавливайся, он за нами. И там еще сбоку кто-то, но нам туда нужно. Это охренеть, еще сколько бежать, бежать, не перебежать. А, ну, если ты еще, конечно, уставать будешь, то так, конечно, мы хрен куда-то добежим. Фу, практически, ребят, мы практически добрались. Ну-ка, как нам дальше туда залезть? А там еще вот это чудило, видите? Сейчас нас запалит. Прям на самом конце нас запалит, как это, в принципе, всегда бывает, да?
Этот не запалил, этот не запалил. Ну там еще... Нет! Стой тут и не двигайся нахрен. Там сейф-зона. Нам нужно вздремнуть. А как нам туда... А как нам туда залезть? Ща, что-то мы придумаем. Ага, вот как. Kareem, I'm at the second antenna tower, and the fence is electrified. I think someone's inside. That will be Alexei, and probably his son Christoph. I find him tiresome. Don't let them stand in your way. You've got to get inside and turn on the transmitter. Я-то понял, но как нам туда забраться, ведь там эта хрень бродит. А как нам туда забраться? Походу прыгнуть, да, как я понял? What the fuck do you want? Во. Во как, точно. Здрасте. А как с вами поговорить? I need to climb the tower. Алексей, ни хрена себе. Why the hell would you want to do that? For Rice. He asked me to. Rice? You don't look like one of his crew. Oh, fine. I'll just radio back and tell Rice that you wouldn't let me through. What? Fuck. No, no, no. I didn't say that. You want to climb? Fine. Go, go. Go, 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 go. Так, ладно, нам, ребята... I won't do this anymore. Will you keep your voice down? I don't care who hears me. Christoph, what's wrong with you? Ты чё, мудак? Ну так давай ещё громче поговори, чтобы все прибежали сюда. Yes, the murderers. So we work for them. That's how we stay safe. Ага, вот. Ага, а тут как? You think too much with Ребят, your вы чё, с ума сошли? Start using your head, or you're going to get us both killed. Так, ща. Ага, ну как-то вот. А, туда там. Нам туда нельзя залезть. Ребята, ух, уже ща утро будет, утро, утречка. Ребята, утро. Фу. Так, ну практически еще нет, конечно, но все же. А нам нужно на самый верх туда залезть. Так, побежали. Мы себе скрафтили какую-то новую пушку, то есть электрическую. О, ночь, ночной выживший. Мы выжили. В принципе, нормально, так даже очков нам дало немного, но все же. А как нам нахрен туда пробраться, мне интересно. Главное не упасть. Так, ладно, нам еще далеко, если честно, так залазить. Груз отобрали. Твою мать, а! Так, ладно, как-то мы тут поднялись, а дальше куда? Не, ну, в принципе, я понимаю, да, мы сюда забрались, ну а дальше куда? Ага, как-то... Как-то вот так? Охренеть, ребят, вот этот паркур, даже иногда не знаешь, куда тебе нужно прыгать. А нам еще нет, нам не выше, нам вот сюда. Ху. Потянули, потянули. Отлично. And this thing still intact. Let's see if it was worth the hassle. Hey, Kareem, second transmitter's up and running. Is it working? Kareem, do you hear me? Loud and clear. Nice job. You know the way back, right? Right. Так, ладно, ребята, мы выполнили. Мы нафиг выполнили вот это. Еще даже уровень повысили. Давайте сразу же. Навыки. Вот у нас три навыка может быть. Так, ладно. Дальше. Научитесь лучше торговаться с вами в магазине ниже. Нет. Мастер сборки. Научитесь лучше собирать предметы. Создавайте больше предметов из тех же материалов. Во, это нам нужно. Так, еще вот тут. Нет, давайте сначала... Во, скольжение. Скользите во время бега. Вы можете проскальзывать в дыры в стенах и других низких проходах. Для скольжения нажмите Ctrl-O. Сойдет.
И вот это что у нас? Так, давайте сначала вот это. Грузите. Данный гой глушит врага с вероятностью 10%. Лучше врага проще убить, чтобы... О, давайте. Сойдет. У нас, смотрите, ребята, смотри, что у нас есть вот это. Нет, ключевой... А что мы... Электрошокер... Так. Вот мы это вроде... Так, а тут можно как-то спрыгнуть? Вот, можно. Зашибись. Опа. Так, вот это, ребята, вот это мы подняли с того, ну, украли точнее. Но сначала, знаете, давайте будем пока что использовать вот это, потому что мы себе тут электричество добавили, не зря же, да? Сейчас посмотрим, какое оно. Ну, в принципе. На тебе. И тебе на. Долго их иногда убивать, если честно, но все же нормально. Так, ладно, ребят, быстренько побежи. О, сундучок. Это нужно... А у нас есть? Есть. Опа, открыли. Класс. Там же можно вот это все крафтить. Я просто забываю, знаете, там много. Ух, ни хрена себе, французский ключ. Это все нужно брать, потом, знаете, или продадим. То есть продавать тоже можно. Или, например, ну хрен его знает. Тоже скрафтить может. Скрафтим, может, что-то. Так, побежали, ребята. Опа. Так, куда нам? А кто это на карте, видите? Кто это? Хрен его знает. Как-то даже не хочется, знаете, узнавать. Там торговец у нас, походу. Кто это меня принял там? Да иди ты нахрен. Ага, ну это нужно было, ну, постараться как-то использовать. Я хотел видеть, что это. Простая труба. Ну, продать потом можно будет. Фу. Ладно, ребят, побежали. Там, видите, у нас есть еще сейф-зона, мы ее можем открыть. Это нужно... Походу туда куда-то залазить, я сейчас не имею желания, если честно. Иди ты в жопу, а что вы меня пинаете? И что нам это даст? Ну, типа это их внимание, да, привлекает? Походу. Так, ребят, мы уже тут практически. Даже не практически, а мы уже тут. Ух. Да иди ты нахрен. Опа, ребят, мы попали. Так, ладно. Ладно, ты-то побазать немного. Я и так понял, кто ты есть. Так, ладно. Мы возвращаемся к нему. Что он сейчас нам покажет, скажет. Расскажет. Well, you not only did the job Karim asked of you, but you made it back in one piece. Bravo. Can I get some antizen now? Did you think I would be satisfied so easily? You still have plenty to prove. Look, we really need the drugs. Let me have them now, and then I'll come back and do whatever. You'll get antizen when I say you get it, not once. Какой ты жесткий! As I have established, I am not unreasonable. Do all that I ask of you, and I will give you not one, but two. Crates of antizine. All right, fine. What do you want me to do? This will be different from your exploits on the antennas. It will require a bit more persuasion. The imposing of one's will, the creation of one's own rules. That is what makes a man. Do you live by your own rules, Crane? Ух, там у него пушечка. Я хочу пушечку. У нас вообще будут какие-то пушечки тут. I believe I know the answer. Там их куча. Дайте нам одну. Before I decide you are no longer with the trouble. Дайте нам одну пушечку. Пропусти. Дайте нам пушку. Вот зараза. Ah, my friend, Rice likes you. I can tell. Yeah, how? Because you are still among the living.
The task at hand is as easy as can be. You simply have to make a few pickups from some nearby settlements. Which ones? The first is Jafar's wheel station. It's just east of here. But bear in mind, not everyone you talk to today will be in a cooperative state of mind. I'm sure you can be convincing, though, no? I guess I'll have to be. Ладно. Так, дальше. Поговорите с Ризом, узнайте, как... Так, свяжитесь. Ладно, ребята. Ладно, ладно. Сейчас мы под... Я, если честно, даже представления не имею, долгая ли эта игра или нет. Но я надеюсь, в принципе, что она не очень затянется, но и она не будет очень коротенькой. Потому что, в принципе, если честно, игра нравится. То есть, это тот же Dying Light... Dying Light, в принципе, это есть Dying Light, да? Это тот же Dead Island, только с паркуром. И паркур делает эту игру прям очень охрененно. Если бы не паркур, то эта игра бы была не такая, как сейчас, да? В этом побазарьте, знаете, а мы пока убежим. Это даже взрывается или что? Нам, короче, опыт какой-то дало. Главное, давайте лучше вылечимся. И побежим куда-то вот сюда, да? Как я вижу, нам нужно. Или нам связаться нужно. Как всегда. Фух. Вот мы тут. Да, связаться. Смотрите, какой там зомби деловой спереди. Crane here. Report. Another job for Rice. This one's pretty dirty. He's forcing me to collect the money he's extorting from a nearby village. Just do what he asks and stay close to him. Remember what's at stake. Yeah, Crane out. Ладно, ладно, мы побежали дальше. Я не знаю, вот эта пушка, ну, в принципе, она прикольная. Давайте... Ай. Давайте попробуем вот эту. А там у нас, смотрите, еще вот такая есть. Давайте сначала вот эту попробуем. Мы же ее украли, не зря же... Ой-ой-ой. Не зря же мы ее украли. Она должна быть какая-то классной. Так. Сейчас нам куда? А кто это? Вот мне интересно, кто это. А, это какой-то чувак, у которого лут, походу, там есть, да? Но это какой-то зомби. А вот это кто? Это, походу, выживший, да? Нужно его спасти. Или что-то в этом роде. Вот. Хрен его знает. Но я сейчас не имею желания, если честно. Так. Побежали, ребята. Нам куда-то сюда нужно. Опа. Карим, I'm by the wheel station. Took you long enough. Get the job done and make it fast. Первый пункт. This is just the first stop. You Jafar? Oh, I understand all. My name isn't important. What's important is that Rice sent me, and that you owe him some money. I've never seen you before. For all I know, you're just some random asshole. Fuck off. I'll tell you what. How about I break both your legs and drag you through the streets back to Rice's place, huh? And then he can explain to you that you should have cooperated. Okay, okay. Jeez. You are one of Rice's thugs. You guys are the only ones who'd act this shitty. Here, here's your money. Ну так бы сразу. And if I have to come back here... You won't get any more attitude. Mi casa, su casa. Just don't hurt me, all right? Ух, какой вежливый, да? Так, а тут что-то у вас есть классное. А это просто выходить. А вот тут может что-то забрать у вас. Украсть может. Что-то классненькое. Походу ничего у вас тут нету, поэтому мы валим отсюда. Это можно открывать, нет? Ладно. Так. Карим, it's me. So I just threatened to break an old man's legs. And it worked, didn't it? Рыбацкий поселок. From the fisherman's village. Head east, to the tunnel entrance. Their messenger always meets us there. Ага, вижу. Ага, сюда нельзя. Тут есть что-то... Ребята, дайте мне что-то прикольненькое. Какие-то вещи. Так, рыбацкий поселок, да, нам нужно? Ух, я надеюсь, что это недалеко будет. Ух, а что, на них прыгать можно? Ни хрена себе. Топать эту. Вот! А, там плюются у нас. У нас или что? I'm running errands for Rise. Так, побежали. Scares a lot of people. Damn right he does. Тут есть что-то, нет? Listen, mate, time's getting short. Фух, дальше. Much as I hate to admit it, I'm getting worried. I'm doing the best I can out here, Brecken. I know, I know. I understand. I just want you to be aware of the stakes.
Может, кого-то взорвет, и мы опыт получим. Ох, ни хрена себе, ребята, это действует. Это опыт, да, ну, в принципе, мы взорвали, да, поэтому опыт и дала. Это класс. Только нужно между них как-то пробегать быстренько, а то они бывают, ну, бывают очень какие-то... Никакие. О, так, нам... Я не знаю, куда нам, если честно. Нам, походу, туда куда-то вверх. Так, а мы уровень подняли, что ли, или что? Мы еще тут даже не были. Ух. Лучше там вообще не пробегать, а лучше вот так. А куда нам? А куда нам идти? Только не говорите, что нам через туннель вот тут нужно. Походу так и нужно. Ага, вот. Мудак. Не мудак, ну не успел, так не успел. Так, тут может что-то классное быть. Рыбацкий поселок. Нам отсюда через это пробираться, да, нужно? Ух, я туда даже желания не имею идти. Сейчас скример какой-то. Только от этой атмосферы какаешься уже, если честно. Так, ладно, побежали, не хочу тут оставаться. Ух, твою мать! Я говорю, скример какой-то. Опа, это нас... Kareem, I just saw something I've never seen before. This huge, bloated infected just fucking exploded. Yeah, we call them bombers. Some of our guys use them to kill other infected. Shoot them, and they take out everything in a 3-meter radius. Kidding me? Keep your distance and you'll be fine. But what about the courier? Was he there? No, I didn't see anybody, just fucking zombies. All right, you'll have to go to the village directly, I suppose. Look for a man named Gersel. Ух, рыбацкий нож какой-то. Ребят, нас, короче, знакомят с новыми зомбиями. Видели какой-то взрыватель, нахрен. Обкакаться можно от страха. А куда нам идти? Я что-то вообще не понял. Нам, походу, опять это оббегает. Так мы же вылезли оттуда. Что-то я вообще не понял, если честно. О, открыли. Так, чё-то путевое. Я говорю, что там какой-то скример будет, а? Ребят, тут рыбацкие ножи всякие. А куда нам нахрен идти? Тут же все закрыто. А тут нету никакого прохода. Так, сейчас. Мы отсюда пришли, да? Ага. Ага, это мы просто обошли. Сейчас-то я понял. Вот только нас познакомили, да? Ну вот мы и вернулись, да? Не успели нам представить мистера бомбардира, и сразу как только я вылез, и сразу он взорвался нахрен. А может, давайте попробуем это расчистить? Нам нужно вот эти сейф-зоны, чтобы ночевать. Потому что когда ночь, то это хрень. Ух, как мы прыгаем. Вы находитесь... Ух, там вот это громило нахрен. А как нам его убить? Ребят, это нужно какие-то способы находить, чтобы его убить. А как? Я даже не знаю. Я даже не знаю, ребят, как нам его убить. Вряд ли мы его вообще сможем убить. Он реально громила. А если вот так, то это реально очень долго будет. Тут даже ничего поджечь нельзя. Да на ты уже! Фу.
Ну что, мы уже его немного так покоцали, я скажу вам. Фу, я не знаю, сколько он еще там, очень живой, нет? Фу, ну хоть сейчас он еще не такой сильный, мне так кажется. Потом он будет сильнее. Мы его убили. Ага, хотел подкрасться незаметно. Так, ладно, ребят. Ща. Неэффективно, у нас нету даже... Да сдохни ты уже! На тебе! И тебе на! Давайте, дайте мне отхилиться хотя бы немного. Не отхилиться, а... На! На! Красиво! Так. Всех не всех убили. Ух, там какой-то жестяк топает. Давайте сначала лучше быстренько вот это активируем. Сейчас опять ночь будет, мне так кажется. Класс. Вроде все, да? Нет, не все. Нам еще нужно туда залазить. Посмотрите, какое тут уютненькое место. Это типа тут можно будет поспать. В принципе, тут нас и никто не достанет, да, и, в принципе, да, действительно классное место. Тут, наверное, даже к ночи можно будет подождать. Потому что ночью у меня вообще нету, если честно. Ну, не хочу я ночью ходить, ребят, это капут ночью. Я понимаю, вам может это нравится, что там человек ходит ночью и охренеть, да, но это на самом деле очень стрёмно. Ху, ну хотя бы как-то допрыгнули. Сейчас сюда, походу. Охренеть, это реально с Far Cry, знаете, вот эти вышки, активация, тут тоже такое есть. Не упадь, не упади, пожалуйста. Так, фух. Мы почти добрались. Или куда нам там нужно? Мы уже тут, ребят, почти, мы уже тут. Вот. Безопасная зона разблокирована, ага. А где мы можем поспать, нам пишет. Ну, походу, вот там где-то снизу. А как сейчас спуститься? А тут чуть... О, можно. Можно, класс. Вот тут. Я, наверное, тут и ночью подожду, потому что хотя хрен его знает. Нам туда, да, нужно куда-то. Ребят, давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я надеюсь, вам нравится прохождение этой игры. В принципе, мне пока что игра очень нравится. Что-то вода какая-то никакая. Ну, в принципе, ладно. Давайте на этом заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.